Это, наверное, просто тяжелый год, так сказал Путин, и мы ему верим. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Тут согласна. Год действительно расставил все по своим местам. Россия, например, заняла наконец-то свое абсолютно заслуженное почетное место. Место страны-террориста. Если честно, то мне даже не очень хочется дальше разбирать новогоднее поздравление бункерного деда. Ну, стандартная же ерунда. У России трудный год, но мы лучшие и мы справимся. И так уже десятки лет. Напишите в комментариях, когда у Путина в новогоднем поздравлении не было тяжелого года. И какое его поздравление вам запомнилось больше всего. А еще не забудьте лайкнуть видео и жмите на колокольчик, чтобы в новом году вы проводили каждый вечер с нами.